Дрейк не собирался забирать сокровища с острова. Он хотел помешать его увести. Что? Оно типа проклято. Нейт, я тебя умоляю. Я знаю, звучит как бред. Просто поверь мне. Хейвей догнал подтекст, и явно есть подтекст в том, как Салливан сидит на этих лестницах. На самом деле, Виктор Салливан русский. Да, вот такой вот поворот сюжета в самом начале серии. У него бы, если были с собой семки, он бы вообще себя раскрыл. Но так как он в возрасте, а человек в возрасте, если он не русский, так сидеть не сможет. Это и другая бредовая информация всегда на нашем канале. О, вот. Бусы. Вот, да. Если вдруг ты почему-то пропустил, в прошлых сериях старина Нейт узнал, что вообще-то Эльдорадо было проклято. Превращает достойнейших и не очень людей в голых обезьян, которые готовы кидаться на все, что движется, и подчиняются только воле голода и похоти. Мы неплохо тут понабирали. Охотник за сокровищами энтузиаст. Ну да, и тот еще энтузиаст. Я прям не ищу их, но если попадаюсь, то беру. Опа-на. Вот оно. Что, все, финал скоро? Поворот сюжета сейчас будет? И они нас не видят. Мы же даже не прячемся. Вам пора бы уже понять, что я всегда ко всему подготовлен. Бросайте оружие. Вон туда. Не геройствуйте, прошу. А не то, я ее убью. Хорошо. Так, а теперь подождите. Сейчас мы к вам вернемся. Но она же проклята, значит, ее нельзя трогать. Такая тонкая работа. Я еще ничего подобного не видел. Это лишь оболочка. Настоящее сокровище Эльдорадо лежит внутри. Ха-ха, открывай! Занятно, что ты, говорит, подручный начальнику. Ох ты. Ну тут прям мистика-мистика. То есть я думал, что они просто... А он знал? Он говорит, смотри, он знал, получается? Он кинул. Кинул своего начальника. А зачем? Ну, не ко всему готов. Адьос, Хефе. Никакой фантазии. Бахенерет! Бахенерет! А это неплохой поворот сюжета. Наварро, это уничтожило целую колонию. Ты не знаешь, что делаешь. Знает. Нет, я единственный на этом острове, кто знает, что делает. Каргеляс Татуа. Он хочет как биологическое оружие его продавать, что ли? Видану! Вы просто жалки. Вы все гоняетесь за своими никчемными сокровищами. А представь, сколько за это можно выручить у нужных людей. Ну, он как оружие хочет продать. Наварро хитрый собака. Но, судя по звукам, еще монстры идут. О, нет. Это что такое? Ты не хочешь знать. Спасайся! Это что еще за твари? Салли, это испанцы. Те самые испанцы. Господи, если это увести с острова... Останови его. Я тебя прикрою. И как мы будем это останавливать? Что? Ладно, это был быстрый гейм-овер. А как? Ну мне явно надо прыгнуть. Потому что тут перекрыто. Нет. Понятно. Вариант пробежать не проканает, надо именно драться. Я понял. Только, блин, перезарядка. Перезарядка все очень портит, она медленная. А с пистолетом тут было бы в разы проще.
Ох, как я люблю джойстики. Никогда не понимал, как люди с них стреляют. Ну типа... Файтинг, окей, но... Шутан... Единственное, большое спасибо, что это не на время. Вот тут я прям рад. Бежим, 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 бежим. Не-не-не-не-не-не, до свидания, до свидания. Надо догнать Навара. А это типа, чтобы патронов набрать, правильно? Вот, черт. Да не прижим. Он просто... Что? Нет, продолжить. Он просто к стене прижимается, я не могу идти. А, нет, это на время. Он улетел. Потрясно. То есть я мало того, что... Я не должен умереть, я могу идти только с дробовиком. Но это, ребята, вы, конечно, спасибо. Пробежать я не могу. Медленно иду тоже плохо. Это будет очень длинная серия. Но учитывая, что один из боссов мертв, это типа можно считать, что как мини-босс. Ладно, когда буду пробегать мимо воды, можно будет зарядиться, я понял. Да. Вообще просто потрясно, я промахнулся мимо них, и они оба дошли и влупили. Это прям преступление и наказание моментальное. Карма кармическая. Потрясно, у меня дробовик сквозь него простреливает. Да чтоб тебя. Вот эта игра, эта миссия, она прямо олицетворение того, почему мне не нравятся дробовики. Вот я более чем уверен, что этот сегмент максимально короткий, но из-за этого я не могу его пройти. Ну блин, а как? Если я не буду идти без прицела, я, скорее всего, по времени не успею подняться. То есть не подняться. Точнее, если я буду идти без прицела, не успею подняться. Если я буду идти без, то вот меня подстрелят и все. Ничего, нормально. Сейчас я сделаю. Или не сейчас. Сейчас. Или уже вылезал. Мы уже вылезал. Терпимо. Да залеза. Он просто не залезает. Зашибись. Темпик. Да. Надеюсь, касание к этой штуке не заразит нас ничем. А, и в чем план? Б, беспалевность. Ну, можно, конечно, обрезать, чтобы оно упало. Ему сказали, да, что мы висим? Да, ему сказали, что мы висим.
это будет неприятно. Ленок, красава вообще. Нифига себе. Ленок вдвойне красава. Просто женщина лично. Ты видел, да, что она одним ударом нейтрализовала двух злодеев, еще и вертолет чуть не рванула. Вообще красава. Вот пай. Да, не умерла в конце драйва. Ну и да, босс файт. Дробовичковый, что к тебе? Убить его! Убить его. Решающее сражение. А я надеюсь, там не идет отчет, что там она может упасть. Как я не люблю дробовики, это прям издевательство, что финал игры с дробовиком надо. Так получше. Он убегает, типа? Да. Он ваншотит, нифига себе. Ну да, у него же лазер. Ладно, тут мой косяк, что-то я не подумал. Просто он до этого меня не попадал, и я как-то не подумал об этом. Может разломать, понятно. Мне было интересно, может разом, может разломать. Ладно, это полностью мой косяк. Я сам вышел под выстрел. Все, я тут. Тут я никто не виноват, только я. Постреляли, спрятались и все. Понятно, но он, скорее всего, урон на него сейчас не проходит. Тут готов. Тук-тук. Да, он чисто будет убегать, я понял принцип. Все хорошо, значит, от его выстрелов мы прячемся. Здесь ничего нет? Нет. От его выстрелов мы прячемся, сами стреляем, побеждаем, спасаем девушку, забираем... Не забираем награбленное, но, возможно, заберем что-нибудь с его корабля. Вышли. Ладно, это был... Черт. Было неожиданно. Умри. Не хочет умирать. Очень хочет жить. Ага, близко под понятно. Надо их хвалить, близко подходить нельзя. Потому что близко подходить, он
Он валит, я понял. Он ваншотит. Ну это вообще что было? Просто прибежал и застрелил. Это нечестно. Нужно сначала ворота сломать. Да, понял отсылку, тут понял отсылку. Готов. Бах. Я боялся, что он успеет выстрелить до того, как я выстрелю, но я выстрелил до того, как он выстрелил, так что я победил. Так, действуем сразу и быстро. Бах, промазал. Слишком много я забавляюсь, надо заканчивать этот бой. Я не знаю, чего мне сразу так не получилось, но ладно. Да, больше патронов, больше. Я, конечно, столько не потрачу, но... Блин, только не говори, что сейчас будет загрузка с самого начала. Нет, хорошо. Урок. Окей, типа сохранение. Тоже есть, окей. Ведь не обратил внимания. Готов. Мы почти дошли до вертолета, кстати. Понятно, это что-то не горит. А что ты без защиты стоишь, чтобы я через тебя не стреляю? По совести поступаю. Отвали ты его. Он не убегает, значит кто-то еще есть. Ах ты ж собака. Да спрячься ты. Меня ж в наушниках глушит так. Хорошо, он убежал, все. Ну куда он убежал? Ну он на площадку убежал, скорее всего. И как нам с ним биться? Что, негде прятаться? А, нет, есть где прятаться. Блин, она упасть может. Ух ты. Ладно, это было прям по красоте. Рукопашка, только не говорите, что будет рукопашка. Или... Ух ты. Она будет жать... показывать кнопки, будто или что? Нормас. Он сейчас... Нет, все, мы победили. Мы победили? Ха-ха, черт подери. За прохождение низкий. За прохождение стандарт. Клинок, вылезай, мы победили. Давай. Можешь встать. Я жив. Порядок. Да. Ты не ранен? Живая? О, Нейн! Осторожно.
Серьезно, ну это выглядит странно, но ладно. Эпично. А, дед, говно. А, это нормально, и эту штуку вместе с ним. Одним ударом решили две проблемы. Одесс, говнюк. Прям красиво сказано. Салли? О, красавчик, как всегда, с сигарой. Ну и денек. Да, да, спасли мир, победили зло. Так, рутина. Да ну. Да, жалко. Только жаль, что уходим с пустыми руками. Да. Ни золото, ни интервью. Знаешь, все-таки кое-что с собой прихватило. Кольцо. О, вот. Как мило. Подумала, тебе пригодится. Да. Спасибо. Ну, и плюс он знает, что старина Фрэнсис Дрейк все-таки был славный. У вас, ребята, странные представления о романтике. Пошел ты. Ух ты, паршиво выглядишь. Ты остальных не видел. Я лодку добыл. А у нас уже есть лодка. Да, большая. Мне это больше нравится. Оу. Салли, чертяка, я тебя обожаю. Позаимствовал это добро у парочки мертвых пиратов. Жаль, что ты осталась без сюжета. Ну ничего, будут и другие сюжеты. Но за тобой должок. За мной не заржавеет. Ну-с, это был канал Подтекст. Мы прошли Uncharted. Это невероятно веселая игра и интересное приключение. Я прям всем по возможности предлагаю в нее поиграть. Прекрасно понимаю, почему эта игра получила сиквел, триквел и даже квадрологию. Куда больше удивлен, что фильм она получила так поздно. Но это был Uncharted, судьба Дрейка. Большое спасибо, что проходил вместе с нами. И увидимся в следующем приключении.